Сколько имущественного налога собрали за год и что грозит неплательщикам? Об этом сегодня рассказали представители Управления Федеральной налоговой службы по Тамбовской области на своем итоговом заседании. Срок для уплаты транспортного, земельного и налога на имущество за 2016 год истек 1 декабря. На итоговом заседании объявили, общая сумма собранных налогов – 1 миллиард 753 миллиона рублей, а это на 111 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но есть и те, кто от уплаты уклоняется. С ними проводятся работы по принудительной оплате. На первом этапе каждому задолженнику, не уплатившему, соответственно, имущественные налоги, будет направлено требование с указанием суммы задолженности и установлен некий срок уплаты. Если в этот срок уплаты не будет уплачена задолженность, налоговый орган на втором этапе передает соответствующие материалы в суды общей юрисдикции либо мировые суды. Ну и на третьем этапе, соответственно, будет уже происходить само взыскание. Взыскание осуществляется за счет должника. Стоит помнить, имущественные и земельные налоги формируют бюджет области, поэтому очень важно платить их вовремя.